Султан. Вот такой узкоглазый султан будет красивый. Это у нас котик. Лапку зашили. Все, мое солнышко. Все будет хорошо, да, малыш? Все будет хорошо, султанчик. Султанчик, все будет хорошо. Маленький мой, все будет хорошо у нас. Все, сейчас султан на осмотре у врача еще раз. После операции. Хороший ребенок. Иди ко мне. Иди, мой хороший. Иди. Девочки, эти две квитанции, это я сфотографировала чек, мы погасили клинику, долг был 15 тысяч, мы его сейчас погасили. Девочки, еще для больных сегодня щенят и котят купила Бравекта и Адвокат. Плюс купила две клетки, чтобы отсадить котят. Купила одну переносочку, потому что моя сломалась. И ушло у нас на это, ребята, 30 тысяч. Чек перед вами. Но это то, что жизненно необходимо было нам сейчас. Малыша зовут Аристарх. Девчонки, очень редко, когда вот такого больного ребенка сразу забирают домой и насовсем. Это просто чудо. И благослови Бог, и Соню, и... Господи, помоги малышу Бог. Но настроение сегодня просто чудесное. Замечательное настроение девочки. Делиться вот такими хорошими, добрыми темами. По-настоящему настоящие люди. Я потрясена этим. И не боюсь этих высоких слов, Тань. Здесь собрались по-настоящему замечательные девчонки. Просто замечательные. Настоящие лохматые души. И мой низкий поклон всем-всем вам, девочки. Я вас очень люблю. Спасибо вам. Аристарх у нас сегодня обрел свою семью. Его забрала Сонечка, та, которая его лечит. И он теперь будет у Сонечки любимым ребенком. Ребят, это чудо просто. Но наш Аристарх попал в семью. И дай Бог так каждому находить. Сонечка, спасибо тебе огромное. Все, мы будем держать на контроле. И Соня нам потом обязательно покажет ребенка, когда он у нас поправится. Да, котик мой? Друзья, еще одна лохматая душа нашла свой дом.
мешке. Вот сейчас принесли от забора. Покажись. Подарок. Сюрприз. Сволочь, вот ту, которая в мешок щенка посадила. Его бы, гада, в такой же мешок засунуть. Блохастый жуть. Весь в блохах. А, как бегает все. Ужас. Да симпатичный ты какой. Так, срочно адвокат. Срочно адвокат, потому что ребенок просто его сжирают. Вот, ребята, новый сюрприз. Это мальчик, мы его так и назовем. Сюрприз. Ты сюрприз? Вот такое чудо сидело на обочине, вернее, лежало. У нее болит задняя лапка. Болит задняя лапка, вот та лапочка болит. Перелома нет, я ощупала. Но болевой синдром сильный есть. По-моему, удар был в бедро. Смотри сюда. Какая симпатичная девочка. Симпатичная маленькая девочка. Девочка. Новый мешок под забором. О, все упаренные, все мокрые. Все испуганные. Девочки. Новый мешок под забором. 7 малышей. Пришлось срочно освобождать вольер и рассаживать. Иди, иди. Ну что, ребята? Ну что мне с вами делать? Да что же это за наказание такое, а? Ну что за наказание такое, а? Люди вообще с ума сошли. Люди просто вообще с ума сошли. Сейчас уберем. Потому что не успели. Пришлось срочно сразу рассаживать. Водички только поставили. С двух сторон. Надеюсь, захотят пить, выйдут. Да, ребятки? 7 штук, ребята. 7 деток. Ребят, вот сначала подобрали малышей, а сейчас нашли маму, ездили. О, как они присосались. Да, мое солнышко? А сейчас нашли маму. И вся стайка. На всех не хватает, потому что малышей 9 штук. 9 штук, ребята. Моя ты девочка, ты моя красавица. Но они уже мамой кашки поели. Девочка такая моя золотая. Мое солнышко. Ты красавичка. Ладно, сейчас принесу сюда стружки, принесу и одеяло еще принесу. Пока здесь, детка. Я новую собаку назвала Вайлет. Новенькую, вот эту, которую вчера на дороге подобрала. Перьеристую. Вайлет. И вроде ничего. Вайлетка такая хорошая девочка. Так, ребят, это я работаю. Я работаю, а моя стая меня охраняет. Пипец. Ой, ребят, и смешно, и сил нет никаких. На полу стружка. Но стружка хорошо убивает запах, так что все нормально. Почему стружка? Потому что у нас там девочки стерилизованные. Опилки сыпать нельзя, а стружку можно. Mm-hmm.
Да-да-да. Куда тебя несет? Ага. Даша, девочки, это не собаки у меня в клетке. Это я в клетке. Это я так защищаюсь, чтобы можно было работать. Прикольно? Так не что? Очень много. Но зато это самые надежные, наш костяк. Те, кто помогает нам выживать. Те, кто, несмотря ни на что, оставался с нами все эти годы и остался сейчас. Те, кому очень трудно, но кто по-прежнему остается. Те, которые не ждут благодарности, а просто делают ее. Дарят свое великодушие, свое сердце. Дарят свое время, свою доброту, свое милосердие. А нам продолжает поступать помощь. И дай Бог здоровья этим людям. От всего сердца, девчонки, правда. Дай Бог здоровья этим людям. Благодаря им мы живы.